Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи москвичи. Левопатриотическая коалиция открыла демократический праймерис для выдвижения единого кандидата на пост мэра Москвы. В то время как либералы и демократы грызут друг другу глотки, выбирая, кто из них, Навальный, Собчак, Яшин, Гудков, будет получать свою долю пирога, мы говорим, мэр не должен назначать чиновников для того, чтобы они управляли москвичами, а мэр должен помогать москвичам управлять чиновниками. Мы реально хотим сделать так, чтобы Москва принадлежала москвичам, чтобы мы были хозяевами жизни в нашей огромной, прекрасной столице. Но для этого надо побороться. Надо сделать так, чтобы наши праймерис были по-настоящему и единственно демократическими выборами во всей стране. В то время как, конечно же, мы ожидаем, что власть будет продолжать то страшное давление, которое она оказывала на Павла Грудинина в ходе президентских выборов, мы должны сопротивляться и показывать единство наших рядов. Поэтому я призываю всех заходить на сайт Левого фронта и делать свой выбор в праймерис левых сил. Не позволим чиновникам отобрать Москву у москвичей. Это был Максим Шевченко. Подписывайтесь на мой YouTube-канал.